друзья! Всех приветствую! Сегодня в Америке, штат Массачусетс, идет ярмарка. Это идет раз в год. Называется Big E. Big E. Сюда приезжают из разных штатов. Даже из Нью-Йорка сюда приехать 3,5-4 часа. И оттуда даже люди приезжают сюда посмотреть эту ярмарку, покупать всякие, всякие. Здесь все продается, можно сказать, все. И здесь зоопарк, здесь всякие карусели, для детей отдыхать места, для взрослых выпивать, покушать. Все, что вы думаете, все, что хотите вот, для хорошего отдыха, все можете здесь увидеть. Давайте вместе погнали, я вам покажу все, что сам увижу. Мы сегодня с моим другом вдвоем. Всем привет! Пришли прогуляться, это идет до 29 сентября. Остался ненадолго, 4 дня, 5 дней. Всего тут закрыто, это каждый год один раз открывается. И около месяц. 2-3 недели даже, даже не месяц, 2-3 недели. Thank you! Здесь продаются вот такие штучки, я даже не знаю, как их называть. Что они такие? Вот эта аппаратура стоит 4000. Цены, вам покажу такие. О, ну да, для того, чтобы трава косить. Потому что у нас в штате какой-то сантиметр должны превышать. А трава надо обрезать, а то штраф. Мы идем туда дальше. Вот здесь заходим. North American Midway. Здесь всякие аттракционы для детей. East Knox. Как у нас тут в Нью-Джерси, да, есть, которая Six Flags. Да, вот. Ну, типа того сделано, но тут немножко маленький объем. Не хватит 5-6 часов прогуливаться все полностью было. Вечер, сейчас дождь идет. Попробую по максимуму показать что-то там. Идет дождь. Не дает меня снимать нормально. С одной стороны дождь, с другой стороны солнышко светится. И какая красота. Идет сентябрь месяц, с начала сентября до конца. А здесь еще такая вот ярмарка. Это всего всякого. Здесь матрасы. Здесь джакузи. Тут молчевки, одежда, да? Здесь. Да, одежда. 100 долларов. Купите это 15 долларов. Крокодилчик за 15 баксов, 1000 рублей. Здесь вот пытается делать массаж по-китайски. Сразу вот на место, сразу того, что болит, можно массаж делать. Что это такие? Просто 35 долларов. 35 долларов.
тут фермеры свои продукции продают. А, запах, смотри. Тут запах деревни. Реально. And we really encourage everyone to come to the Northeastern Poultry Congress. It's right here at the Big E, January 18th and 19th. It is the largest poultry show and waterfowl show on the East Coast and in the Northeast here. There'll be almost 4,000. А в следующем идет ковбойский. Ковбои там что-то вижу. Ну, тут цирк. Потихоньку темнеет. Здесь очень шумно. Были в цирке. Еще дальше что-то есть. Пойдем сюда дальше. Здесь идет концерт какой-то. Сейчас посмотрим. Здесь вот приезду, это типа бесплатная зоопарк. Привет. Я на русском не знаю. Hi. Купил шапочку такую. Вышли мы отсюда тоже. Верблюда тоже видели.
всего. Много все равно. 150 долларов. Вот то, что здесь видите, они все выигрывают. We're famous in Connecticut. Wait, where are we going? On YouTube? Yeah. What's your channel name? Romy Life. What is it? Romy Life. Roman Live? Yes. Roman Live. Right. We're check gonna be in the video. Out. Thank you. We're out here gonna be in the B-roll. Temptations. 1964, Detroit, Michigan. Hey, thank you so much. Hello, thank you. This is really good. You know what you're doing. Впереди что-то живой концерт сейчас. Сейчас пойдем посмотрим. Very nice, ladies and gentlemen. We are heading into Las Vegas, Nevada, where money still talks. It says goodbye. Well, she's all you never want. She's a pet I like to find. Tita Tina. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace, and she's a winner. She's a lady. Whoa, 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 she's a lady. We're talking about that little lady. And the lady is a man. Well, she never asks for very much, and I don't refuse her. Always treat her with respect, never would abuse her. What she's got is hard to find.